В Видном прошел традиционный строевой смотр всего личного состава Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому району. Такие смотры проводятся регулярно. Нынешний был посвящен переходу сотрудников УМВД на зимнюю форму одежды. Руководители управления проверили, готовы ли их подчиненные к несению службы в зимний период, соответствует ли их обмундирование необходимым требованиям, все ли документы в порядке. Ну все, отстраняем вас от несения службы. В связи с тем, что у вас справка действительно до 07.10.19 года. Смотри. Верю. Сегодня. Сейчас пойду в отдел, чтобы выдали. Обращали внимание и на общий внешний вид сотрудников. Особое внимание уделяли готовности патрульно-постовой службы, а также сотрудникам ГИБДД и участковым уполномоченным. Словом, тем, кто по долгу службы много времени проводит на улице. В целом подразделение готово к несению службы в зимний период. Достаточно, скажем так, по сравнению с предыдущим годом уже лучше. Вот. В принципе, 95% они готовы, вопросов нет.